Еще несколько лет назад стать на очередь в детский сад было настоящей проблемой. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. С каждым годом садиков становится все больше. Ремонтируются старые и строятся новые. Этому предшествовала большая работа по повышению доступности и качества дошкольного образования. Такую амбициозную задачу поставил перед регионами президент Владимир Путин. Поэтому с 2012 года в Ульяновской области реализуется федеральная программа по модернизации системы дошкольного образования. За этот период в отрасль было направлено свыше 3 миллиардов рублей. Средства позволили вернуть действующую сеть 45 зданий, ранее используемых не по назначению, капитально отремонтировать 30 зданий и построить 10 новых. Среди них новый детский сад под названием «Солнечный городок». Его строительство началось в третьем квартале 2016-го. Из федеральной казны были выделены субсидии в размере 240 миллионов рублей. Место расположения будущей площадки было выбрано сразу – новый строящийся район юго-западный в Засвияжье. Современный садик на 240 мест открылся в начале сентября этого года. Мы находимся на территории «Солнечного города», на территории, которая, несомненно, является очень комфортной, очень дружелюбной к нашим детям. А значит, и к нашей замечательной стране, к России. Потому что все, что сегодня делается в Российской Федерации, благодаря нашему президенту, конечно, направлено на самое дорогое, что у нас есть, на детей. Сенсорная комната и комната эмоциональной разгрузки, мини-музей архитектуры и музей кукол. Каких только развивающих площадок не представлено в саду. Каждая группа оформлена в своем уникальном дизайне. Оформление соотносится с образовательными направлениями. В штате 24 воспитателя, 12 помощников, 2 музыкальных руководителя, логопед, медик и инструктор по физической подготовке. Родители довольны, садик не только современный, но и находится в шаговой доступности. Садик находится в шаговой доступности, все очень близко, современно, хороший персонал, хорошее оборудование. В общем, мы очень счастливы. Очень удобно, да, все прекрасно, просто красота. Мы живем рядышком, поэтому, мне кажется, будет по максимуму удобно нам ребеночку в садик отвозить. «Солнечный городок» – это результат проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям». Строительство детских садов в регионе продолжится. В 2018 году запланировано строительство еще 2 садов в Новом городе и в микрорайоне Искра. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.